их здесь рядышком воочию. Да, номер 29, чемпионка Европы, новоиспеченная турецкая волейболистка Эбрар Каракурт. И номер 5, многократная чемпионка мира Европы, призкирующая, тоже одна из опытнейших и лучших, наверное, центральных в Европе. Вот сейчас, что и продемонстрировала Мария Смеленко. Ныряет буквально, да, Барбит спасает. Классная защита Полины Беликовой после атаки Эбрар Каракурт. И быстрая передача в 4. Скидку страхует Гатина. Здесь на месте Виктория Горбачева. И Каракурт забивает от блока в аут. Лена, вот расскажи, вот болельщик, да, уже очень интересно. Ты же очень близка к команде, ты всегда рядышком. Стелись действительно хорошо, да, есть еще над чем... Виктория Горбачева здорово принимает. Тут же темповая атака от Ксении Парубец. Но мяч остается в игре. На месте Горбачева. Не дает мячу упасть. Каракурт блокаут. Здорово отыгрывается. Тройной блок обыгрывает Эбрар. Потому что Протон практически все время старается организовать тройной блок. Как много сегодня подач летит в Ксению Парубец. Это было как прогнулось. Сейчас. Удалось Бровкиной вложиться, не совсем все в темп. Закрывает двойным блоком. И тут же тайм-аут Юрия Маличева. Послушаем его комментарии. За счет скорости переиграла Боброва, блокирующая. Запросы от Юрия Маричева или нет, пока просто. Но по ошибкам 4 ошибки получается допустил Локомотив, 5 Протон. Ну, очень равные показатели, но вот буквально там 2 мяча и сыграла, да, мы видели счет, очень нервная концовка, здорово сумел Локомотив эмоционально. И блок тоже немножко не по месту поднялся. Но не забываем, что это все-таки был одиночный блок, а в защите тоже сложно очень. 4. Довольно узкий мяч падал, да? Передача падала уже. То есть в линию силовой атакой ты не пройдешь. Ну что ж, здесь Севга. Здорово справляется с приемом Ксения Парубец. Эбрар Каракурт, скидка, забивает. Отлично принял Парубец, передача на Каракурт. Как здорово виселось. Нас кроткого на приеме. Здорово опять забивает мяч Эбрар Каракурт. Сверху принимала Гатина. И там нас... Идеальный прием. Долго подождала. Алена на Каракур. Не стала рисковать. Эбрар так тихонечко в уголок площадки по диагонали накатила этот мяч. Но выше рубу. Здорово в защите. Наталья Малых будет атаковать. На месте блок Локомотива. Эбрар Каракурт и Мина Попович. Передача на Каракурт. Вот таким аккуратненьким, да, таким кистевым переводом. Вот когда выложится... Преимущество высоты, да, вот да. С какой высоты могла сейчас Каракурт перебросить просто мяч двумя руками, и не меньше сложности это доставило для команды. Сама же, нет, там Каракурт в четвертой зоне.
никакого. Ну, очень красивая атака. Есть отличный прием на Дали Кротково и Брар Карапур. Здесь нас. Ракурт задней линии забивает. Ну вот смотришь на эту волейболистку, но Ракурт, конечно, очень такой позитивный. Справляется с приемом Светлана Гатина. Смягчает ее атаку. И вот сейчас нужно забивать. И это делает Ракурт. Мы сегодня фирменные танец брали. Трибуны танцуют. Трибуны танцуют. Это самое главное. Попробуй. Ну вот сейчас Виктория ушла на заднюю линию. Светлана Гатина на передней линии. Беликова обманывает. Горбачева на месте. И атака Эбрар-Каракурт из 2 по 2. Отправляет она этот мяч. Еще раз мы видим на повторе. Наталья Малых с высок. Здорово в защите, но вот здесь не прошла коронная вот эта обводка. Мяч. И не забываем, там осталось Эбрар Каракурт блокировать. Эбрар Каракурт отыгрывает от блоков. Мое умение. Играть с руками блокирующих. Вера Костючек, мы видим, осталась и на передней линии. Обман через тройной блок поднимается. Подключение Бобровой из задней линии. И здесь обман Локомотивом также поднимается. И завершает этот розыгрыш. И Горбачева не поняла, но видеозапрос. Не такая огромная арена, как здесь в Калининграде, да, которая оставила ее на одиночном блоке. 24. Вот это надо делать, да. 20-24.